Всем самого дико-западного компотика, дорогие мои друзья! Мы продолжаем рассматривать, точнее, начинаем более подробно рассматривать каждого юнита из Дикого Запада, потому что в прошлой серии мы просто глянули их всех и толком ничего не поняли, надо сказать. А вот сегодня мы попробуем все же как-то поосновательнее рассмотреть каждого из юнита. Итак, первый юнит стоит 120 всего лишь. Вот эти вот миловидные дамы, которые просто ангел во плоти, так скажем, но с динамитом, да. Не предвещающие никакой беды, но очень вас удивят, если бросят ваш динамит. Это такие, я их называю дамы с чаем, да, дамы с чайком, которые предлагают тебе чаек в виде динамита. Так или иначе, в общем, здесь есть хоббиты. Хоббиты, на них лучше всего, мне кажется, проверять динамит, насколько он силен. Как много он сможет отбросить из этих хоббитов. Хоббитов 48 штук, этих 12 штук по цене, понятно, хоббиты выигрывают. Итак, давайте, вперед! Побросали динамиты, динамит, видите, не сразу взрываются. Поэтому такая штука, это надо, знаете, сначала пускать их с динамитом, чтобы они покидали. Или вот они будут хороши против берсерка, потому что они кидают себе динамит практически под ноги. Фактически. Опа, так, первый взрыв пошел. Неплохо, неплохо, но он взрывает и своих, и чужих. Ну, в толпении, знаете, в толпении они хороши. То есть эти юниты, да, так-то синие, кстати сказать, победили, несмотря ни на что. В толпении они хороши, то есть они хорошо вкупе с другими юнитами, допустим, с теми же шахтерами, например. Вот когда есть шахтеры, которые дерутся, да, здесь давайте поставим, ну, например, тех же мечников и даже вот рыцарей, да, к примеру. И, например, ну, хотя бы давайте вот так, вот такой, да, ход. Вперед, примерно одинаковая цена. Вот шахтеры, кстати, посмотрим сразу, как дерутся шахтеры. Ну, шахтеры, по-моему, это. Ну да. А, шахтеры бьют понизу, ты посмотри. Они как-то бьют вниз, всколыхивая землю. И, видимо, делают небольшой урон по области. Ну, такой очень локальный урон по области, но все же урон по области. Ну, я не знаю насчет динамита. Смотри, динамит он лежит, и он в том числе и своих мутузит. Он не только чужих, он и своих. То есть, я не совсем могу сказать, что динамит это хорошо. Вот не совсем могу я этого сказать. По крайней мере, шахтеры вместе с динамичицами не смогли противостоять чуть большему войску врагов. Если поставить, вот давайте схлестнем шахтеров, да, вот такие вот, это такое вот, они идут копать, они все, у них шахта закрылась, им больше делать нечего, поэтому они просто умотались и решили пойти в разнос. Вот сейчас посмотрим, по цене все одинаково. Шахтеры против тоже ближников, да. Сейчас поглядим, что они могут сделать. Итак, конкретно как они бьют. Ну да, они наносят такой очень локальный урон, но по области. Но небольшой области. Очень небольшой области, но бьют хорошо. Бьют сильно. Здесь, смотрите, от сквайров ничего не осталось. От пары ударов буквально. Посмотри-ка. Они хорошие бойцы ближнего боя, между прочим. Если им никто не мешает, то они неплохие. Неплохие, особенно против маленьких юнитов. Вот против рыцарей у них уже возникают проблемы, явные проблемы. Плюс они друг другу под ноги все бьются. Видите, они бьют по земле, они бьют как бы не по юниту, они бьют по земле под юнитом. И это может доставить, ну, неприятности. Ну, в первой шеренге их хорошо ставить. Вот в первой шеренге. Смотри, они побеждают, ну, мне так кажется. Но рыцари хороши против них, ты погляди. Рыцари неплохо бьются. Неплохо, рыцарь, тоже обычный рыцарь, видимо, потому что он в доспехах, и они плохо пробивают доспехи, наверное, мне кажется. Вот, ну все же победили, смогли, одолели, ну кое-как, да, где-то вот 50 на 50. Сложилось бы немного иначе, и уже было бы не так все. Это что? Я только сейчас заметил это. Ну слушай, ну вы даете, ребята. Ну понятно, ну чё вы, а чё вы хотите? Шахтеры есть шахтеры, они потеряли работу. Они потеряли работу, они должны быть готовы ко всему в этой жизни. Поэтому у них и штаны такие. Значит, по-моему, кактусы. Кактусы. Кактусы, я так понимаю, любят обниматься, наверное. Давайте опять же поставим против этих. И насколько они делают урон, я не знаю. Не, они не обнимаются. Они прилепляют к себе человека. Прилепляют. И потом выстреливают вот своими этими иголками. Я так понимаю, что иголки наносят не очень большой урон. То есть вот сейчас он... Давай, выпускай иголки, ну. Выпускай. Вот, ну да, урон маленький. Слушай, иголочки наносят маленький, очень маленький урон. Даже вот таким вот юнитам очень маленький урон наносит. Небольшой абсолютно. Абсолютно небольшой урон. Ну, я немножко, конечно, не поставил их один в один юнитов.
Но все равно, мне кажется, кактусы бы проиграли. Давайте поставим тех же, например, вот так. А, нет, подожди, я вспомнил, что я хотел. Я хотел проверить, как они сопротивляются выстрелам. Насколько хорошо они сопротивляются выстрелам. Давайте вселимся в одного. Да, они как синовики, собственно. Как синовики, бочники. Выстрелы им не страшны абсолютно. Их это никак не колышет. И, по-моему, им довольно... На тебе рукой. А теперь пшик. Ну, сделай пшик. А, нет, смотри, попали. Но попали куда-то, наверное, в голову. Да, в голову попали, и это... А чё он у меня пшик не делает? Я нажимаю на пробел, но он не пшикает. Он своими иголками ничего не делает. Странно. Странно. Может, они сами делаются. Я что-то как-то не замечал. Ну, так или иначе, смотри, против лучников они, конечно, хороши. Ну, понятно. Они очень как бочники, как синовики. Довольно трудно. Но они почему-то, смотри, они не выпускают шипы. Я не вижу. Смотри, они не делают этого. А нет, вот, выпустил. Выпустил, я просто не замечал. Хорошо, но очень редко. Как-то редковато. Вот, смотри, лучников завалили. Всех лучников завалили. Ну, понятно. Это такой аналог синовиков. Хорошо. Но они завалили лучников в два раза превосходящих их в цене. Да. Это круто. Против ниндзя, я думаю, то же самое, да? То есть им все равно, кто в них стреляет. Ниндзя, там, сюрикены или... Ну да. В принципе, им все равно. Их можно затыкать, но это очень трудно. Очень трудно их затыкать до конца. Ясно. Все понятно. Мы поняли главное преимущество, да? Так, дальше. Кто у нас следующий? Следующий у нас вот эти вот ребята интересные. Интересно, мне они нравятся. Они вот делают дождь из пуль. И мне кажется, этому дождю из пуль, ну, мало кто может противостоять. Давайте возьмем каких-нибудь, ну, таких ребят помесистее. Вот, допустим, вот их, да? Вот помесистее ребята, их, у них много здоровья. И посмотрим, вот, по цене прям ровно одинаково. И посмотрим, насколько быстро пули отнимают здоровье. Они стреляют класс. Я никак не ожидал, что они будут стрелять поверху. Ну вот никак не ожидал. Что? Это надо, конечно, знаете, это надо очень. Это надо иметь, как ни крути. Ты посмотри, как-то мало. А как-то не очень. Да, а здоровье у них так себе. Здоровья у них мало. Это разочарование небольшое. Хотя смотри-ка, не так уж и плохо. Я думал, что их сейчас вообще быстро развалят, а ничего подобного. Они еще дали, в принципе, прикурить. Вот. Ладно. Мне знаете, что еще интересно? Вот это мне интересно. Пираты. Да, пираты, и здесь есть вот бочечники. Они же сверху, у них же набалдашники сверху. Смогут ли они набалдашники защитят их или нет? Давайте поиграем за одного из этих. Ну-ка, вперед. Нет, слушай! Не защищают! Ты погляди, не защищают! И это вообще они... Вот их они развалили без проблем. Погляди, абсолютно. Не... Вот, пожалуйста вам. Имба против бочечников. Бочечники беззащитны. Абсолютно беззащитны. Я думаю, что синовики... Где они? Тоже то же самое, мне кажется. Будет у синовиков. Ну-ка. Потому что они защищены только с боков. Да. Слушай, вот... Вы поняли, да, зачем нужны эти ребята? Эти ребята нужны для того, чтобы бить тех, кто неуязвим к обычным выстрелам. Вот для чего они нужны. Еще, конечно же, интерес валькирки представляют. Так, ну-ка. Сможете? Сверху будут? Ну-ка, давай. Ай, блин, я их поставил слишком близко. Подожди. Надо подальше поставить. Валькирки такие штуки, что они... прям одинаково, слушай, по цене одинаково. Ну-ка, давай, стреляй. Ну, стреляйте, вы сейчас вас все завалят, ребята. Так, начали стрелять. Ну, пули, смотри, пули, в принципе, летят. Валькирок ничего почти не берет. Ну, нет, ну, неплохо. Неплохо, знаете, если у них есть на кого переключить удар. То есть, да, взять тех же... Ой, как это я так вас поставил, очень неудачно. Взять тех же вот этих, да, шахтеров, на которых, допустим, валькирии сейчас нападут. И вот тогда... Тогда пули... А ничего особо не изменится. Все равно валькирки, умные валькирки знают, на кого в первую очередь нападать. Вот так вот. Вот это вот.
Вот эти ребята меня больше всего интересуют, потому что я не понял, как они вообще, что они делают. Давайте поставим наших уже бедных сквайров, чтобы проверить, как работают эти кони. Что они делают? Что делают? Что такого могут они предложить? Так, лассо не кидают. Топчут. Кони очень быстро умирают. У них очень мало здоровья, я так понимаю. Ужасно мало. А, ну вот они, допустим, ага. И что? Ну, допустим, вы это сделали. А да, вы плохо... Они очень плохо попадают, вот это надо сказать. Даже по стоячим юнитам они плохо попадают своими лассо. Не очень хорошо у них это получается. Ну... Знаете, как-то... Как-то они меня не впечатляют. Не, это интересно. Они интересные юниты. Они колоритные юниты, это, конечно, 100%. И они, в принципе, всех растоптали так-то. Так-то они всех растоптали, как ни крути. Но поставь против них тех же рыцарей, да, и мне кажется, они уже ничего не сделают. Мне кажется, ничего у них не получится. Вот они, хоп, сделали лассо, и... И, а, не, ну он его тащит. Тащит, но недалеко. Протащил, ну вот еще один, протащил. Так, ну вот он его тащит, и... И как себя чувствует юнит? А юниту ничего не наносится, смотри. Ничего не наносится юниту, он просто его... Они просто его протаскивают, вот даже еще раз. Они просто протаскивают, и все, они не дают драться. Короче, они такие юниты, которые больше поддерживают, которые могут отвлечь противника, которые могут, собственно, как-то, ну, кони, я так понимаю, топчут. У коней огромная подкова, наверное, они наносят немаленький урон в целом. Но все же как-то, ну, как-то это не особо. Давай поставим короля. Смогут они захомутать короля, нет? Смотри, захомутали. Захомутали, но королю как-то... Не, ну смотри. Кони-то наносят немаленький урон, даже королю. И погляди. Не, кони хороши. Лассо наносит маленький урон. А вот кони, когда топчутся, это неплохо. Кони топчутся, наносят немаленький урон. Хорошо, ладно. Ладно, ладно, ладно. Мне еще интересно было поставить его против батьки всех этих земель. Например. И против лучников еще. Ну-кась. Ну-кась. Ну нет, батьку они не могут. Батька у них не получается, они к батьке прислоняются, и у батьки практически не отнимаются здоровья. Ладно, и мне интересно против лучников. Что они могут противопоставить против лучников? Может быть, они как раз таки заточены для того, чтобы связывать лучников. Чтобы мешать им, собственно, стрелять. Ну-ка. Да, да, я думаю, что вот, вот смотри, вот лучников идеально. Идеально, по-моему, они против лучников. Стрелков, например, будут. Да, вот возьмем тех же... ну нет, пиратов не очень. Давай ренессанс. Где-то ренессанс. Например, мушкетчики, да? Мушкетчиков поставим. К примеру, если еще коней будут как-то... опа. 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 Вот и все. Ну, практически... Да, слушай. Я так понимаю... Угу, угу. В общем, лучники, мушкетчики дальнего боя, вот для чего нужны эти кони. Вот для чего нужны эти коняшки, милота это, милашки-коняшки, вот для чего они нужны. О, милашки-коняшки, неплохо, милашки-коняшки, мне нравится. Мне нравится, кто следующий? Dead Eye, мертвый глаз, что ли. Значит, это те, которые стреляют с дробовиков. С дробовиков, соответственно, посмотрим на их убойную силу. Посмотрим, значит, вот сделаем вот так, в несколько рядов сразу. Оп, оп. Оп, кстати, по цене практически, ну не практически одинаково, не одинаково, конечно. Давайте просто поставим еще одного с дробовиком. Вот. Ну, вперед, давай посмотрим. Ну-ка, что? Что здесь, сколько, как? Насколько пробьете? Ну-ка. Огонь! Ну, слушай, очень маленькая дистанция. Дистанция ужасно маленькая. Они к себе подпускают очень близко юнитов. Ну, очень близко. Не пробиваю. А, ну, хотя нет, здесь пробили. Здесь пробили. Стреляют не быстро. Перезарядка. Перезарядка 3 секунды, да? Ничего не понял. Не особо как-то понял, чем они хороши. Давайте попробую я за ним поиграть. Может быть, станет понятно. Вот смотри, ну и что это? И что? А ну еще, слушай, он еще и как-то стреляет. Он еще как-то стреляет очень странно. То есть он наводится. Какие-то вот эти вот. Он наводится и только через секунду где-то. Стрелять. Ну, может быть, они очень точные, да? Может быть, они могут точно стрелять. Может, в этом их преимущество.
что они крайне меткие, и с помощью них можно выкашивать определенных врагов. То есть, например, идут вот эти, да, и идет король, да? К примеру, и мне нужно выстрелить именно в короля. Я хочу именно в короля выстрелить, я не хочу стрелять в этих. Вот именно в короля, не-не-не-не-не. Нет, все равно, слушай, они стреляют в тех, кто ближе. Вот, в короля я выстрелил, но очень трудно. Все равно очень трудно. Короче, они прицельные стрелки. Вот это я понял. Они прицельные стрелки и, кстати сказать, с немаленькой дистанции так-то. Это я неправильно сказал, что они с дистанции стреляют короткой. Ничего подобного. Ничего подобного, они стреляют с большой дистанции. Так. И, видимо, наносит урон тоже немаленький. Но короля пока не прибили. Короля... О, нет, смотри, расстреляли, молодцы. Красавцы. Урон наносит... Так, а слушай, а какая у них вообще дистанция? Ну-ка. Поставим вообще далеко. Так. Сейчас. Еще нет. Ну, в принципе, дистанция дальняя. В принципе, дистанция довольно дальняя. Вот смотри, они даже уже начали стрелять отсюда. Да? Ну, не маленькая, не маленькая. Хотя у тех же мушкетчиков... Кстати, у кого интересная дистанция дальше? У мушкетчиков или у них? Ну-ка, мушкетеры, давай-ка расставим. Кто быстрее выстрелит? Ну-ка. Сейчас поглядим. Сейчас поглядим. О, смотри. Начали уже эти проявляться. Они быстрее стреляют. Опа! Интересный, да. Смотри, они значит, очень дальнобойные. Вот в чем их смысл. Очень дальнобойные. Но стоят дорого. Допустим, мушкетчики стоят дешевле. И они выигрывают. Они явно сейчас выигрывают, да. А стоили дешевле. 3500, эти 5400. Вот и думай, кого ставить. Так, ну вот эти ребята вообще крутые. Давайте сделаем дуэль. Дуэль крутых ребят. Ну-ка давай, кто быстрее вскинет свой пистолет? Херакс! Опа, посмотри. О, слушай. Они еще и... Ты погляди, они еще и как-то уворачиваются, или мне показалось? Ну-ка еще раз. Они уворачиваются от пуль! Ну да ладно. Серьезно? Ну-ка, допустим. Так, ладно. Это была плохая идея. Это не особо помогло. Да! Как он крут! Ну-ка, подожди. О, слушай, он просто... Он выживает практически в любой ситуации, что ли? Ты опа! Это классно! Это классно, ты крутой! И перезарядка у него, слушай, небольшая. В общем, он как художник, да, он уворачивается от... Ну-ка, допустим, поставим лучников, да, например. К примеру, поставим лучников и посмотрим, как он сможет увернуться от лучников. От скольких стрел он сможет увернуться, как художник, ну-ка. Молодец! Ну да, неплохо. Перезарядка умения очень быстрая. Очень быстро, то есть уворачиваться он может очень часто и очень эффективно. Опа! Зато одна стрела. Ну понятно, пан или пропал, короче. Здоровья у него очень мало, то есть всего лишь небольшой урон и все. Но все равно нет, все равно классный юнит. Допустим, если поставить этих юнитов побольше, да? Ну так, он стоит немало, конечно. То я думаю, ну кто им сможет противостоять? Ну так вот, за 9600, да? Ну вот кто сможет противостоять? Давайте посмотрим, как насчет щитовики вообще каким-то образом сопротивляются или нет. Ну-ка давай. Ну-ка, щитовички. Справитесь вы, нет, с пулями. Да, вполне! Вот если вам кого нужно, вот ставьте щитовиков. Один только щит, двое там, трое. И все, щитовики это круто. Щитовики без проблем держат выстрелы. Между прочим. А гоплиты, например. Ну-ка, их щиты держат, нет? Ну-кась. Да, тоже не так хорошо, как у щитовиков, но все равно очень даже эффективно. Очень даже эффективно. Допустим, ну а если ставить кого-то без защиты, конечно, то... О, берсерки, ну-ка, сможете вы... Насколько быстра ваша рука? Сможете ли вы выстрелить в полете? Не успели сориентироваться. Нет, не успели, ребят, сориентироваться. Не смогли. Не получилось у них, не получилось. А валькирок, ну-кась. Валькирок, подстрелите в воздухе, пока они на вас не напали. Ну-ка, давайте.
тоже нет, совсем нет. Не получается, валькирии быстрее. Валькирии быстрее. Но они выиграли, в итоге, наши выиграли. Вот, ну, хотя они по цене, конечно, превосходили. Было бы в валькирах больше, и ничего подобного не получилось. Допустим, те же ярлы, вот, ну-ка, с большим здоровьем поставим, ребят. С большим здоровьем. А, кстати, дистанция, ну, дистанция маленькая. Стрелять они начинают с довольно маленькой дистанции. Это как бы, ну, это как бы минус. Ну, смотри, перезарядка у них... Ну, слушай, вы прям пулеметчики какие-то. А я что-то... Я что-то не понял, я не думал, что они так быстро перезаряжают свои пистолеты. Ну-ка. Ну-ка, допустим, просто... Просто нашествие ярлов. Просто нашествие ярлов. Ты погляди. Нет, ты погляди на них, а? С ума сойти. Да ладно. Вот это ребята дают. Без единой потери. В общем, если у солдат нет щитов, то эти стрелки их убьют. Ну хорошо, вот, собственно, мы с вами рассмотрели сегодня всех юнитов из этой фракции. Ну так, более подробно, конечно, не против всех, но мы это, знаете, рассмотрим уже с помощью ваших идей, какие-нибудь там сочетания и тому подобное. Это мы уже сделаем намного-намного позже, вот. Когда будут идейки, в следующих сериях мы поставим секретных юнитов и посмотрим, что они могут. Ну а на этом, собственно, все. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось рассмотрение новых юнитов. До новых скорых встреч. Самого вам наивкуснейшего компотика. С вами был, как всегда, Енот. И пока-пока.